Значит, главный приоритет – жара. И мы готовы. Та-да-та-да. А чё, карту нельзя выбрать, да? Ну ладно. А ты хотел? У меня что-то там валяются какие-то. Ну это как испытание там, типа, если ты уже задрот. Любимые, когда можно спотыкаться друг об друга, помнишь? Да, вот только этого нам еще не хватало. И так отсасываю муксиноморф как длинный хвост. А что, весело, когда бегают и все спотыкаются друг об друга. Ты видел мой ствол? Нет. А ты хочешь дать подержаться? А в такой точно споткнешься. Что, не уж что больше 30? Как бы, блядь, не метр. Ну, а сейчас вот серьезный вопрос, давно хотел спросить. Расскажи, а как жить-то вообще с такими размерами? Ой, хуёво, пиздец. Тяжело, блядь, приходит как третья нога, нахуй. Ты вокруг ноги обматываешь? Нет, не получается ни хера, он все равно висит. И тут он либо бьется тебе об другую ногу, и ты получаешь не очень приятное удовольствие, блядь. Приятное удовольствие. Либо просто-напросто твоя залупа покрасится в красный цвет из-за твоих волос на ноге. Бывало такое, что забываешь, садишься на табуретку и... Что за хуйня, товарищи? Да, бывало очень больно. Ну ладно, особенно знаешь, если после того, как устанешь на работе, да, вроде охота сесть, ты такой присаживаешься, да? А очень сильно охота встать, он начинает подниматься, и ты так... Оп! И нырнул, блядь. Все это будет задокументировано для будущих поколений. Тогда брат можно использовать тоже, наверное. Ну, бля, все время ходить в рюкзаке с домкратом. Я вот не помню, а аптечка как восстанавливается? В смысле как? В смысле, да, как? Никак. А, нет, вот это моя док-станция переносная. Помнишь же, у нее же заряд и... Да. Он потом через какое-то время восстанавливается. А ты не... если аптечки подбираешь? А, точно, точно. Значит, можно использовать. Угу. О, здорово. Бля. Что такое? Прости. Ты солью мне в жопу не стреляй. Соль дорогая ныне. Конечно. Не, ну как дорогая? 8 рублей. Девчонки! Че вы там веселитесь? А у меня дрочим, дрочим. Я стою, смотрю, пока просто вообще на вас. А я же говорю, дрочь. Давай, давай. Бейлинги полезли. Кто? Бейлинги. Почему бейлинги? Потому что они так в Старкрафте называются. А, да? Я вспомнил. Там такие же взрывными кислотными головами. Старкрафт уже не играл, я хуй знает, со школы, наверное. Та же фигня. Ты давно со школы пришел? Я только недавно просто. Ну, бывает.
Ну, у меня уроки закончились вот час назад. Нихуя тебе что, на продленку оставили? Косячил бы хуя. Висел умор пекский. Юмор. Сдохни, блядь. Я не, блядь, эти чебурашка. Ты Гену проебал. Кого? Гену. На чебурашку влияли плохие гены, да? Про какой генератор ты говоришь? Да. Серьезно, блядь, генератор? Не знаю, я подумал, что ты про генератор. Это самое логичное, о чем можно было подумать. А хули вы целые? Вас что, блядь, не пиздили, что ли? Блин, ты аптечку съел, я тебя только подлечить хотел. У нас меди в команде. Кто педик в команде? А где у нас будет бастион? Куда поставить ли этого, как его, замедлялку? Вот так должна стоять турель, а не ебёт. Да. Понеслась? Так, ну тогда пускай. Законы физики, не слышали. Мы смотрим Форсаж, блин. Да. Алиен, Форсаж Элит. Это был бы самый, по-моему, лютый трэш вообще в истории, блядь, игр. Вин Дизель против... Ридик против чужих. Да-да. А я бы на такую хуйню посмотрел. Было бы интересно, да. Чё-то на уровне АВП. Оу. У нас тут... Концерт Рамштайн. Да, огневые спецэффекты. Хроники Видика. Хроники Видика, да. Да блин. ВЧС, все дела. Блять, припасы, сука. Где это хуило? Где это хуило? Походу сзади. Вон идет. Сосать команды не было. Я сказал, не было, блядь. Ага. Выглядит как правда. Я на мясо. Так. Чего еще грабит демо, я не могу понять. А ты... А, вот. Ну потому что вон, видишь, всякие бегают тут. А ты можешь эту аптечку забрать? Ну я подумаю. Вы серьезно? Вы еще там, блядь? Да, ну ты убежал куда-то непонятно куда. Я нам пизды давай. Кто тут хочет пиздюлей, а? Одну комнату я уже отбил. Ай-яй. Так. Вася, я тебя не звал, блядь. Я побежал за патронами, но. Давай, осторожно.
меня, а не патроны. Они сухи дверь открыли, блядь. А кто-то идет? Стоять. Таракан ебучий. Ксенотаракан. Тащите борную кислоту, блядь. Хикс. А, вот идет, идет, идет. Кто идет? Вот эта дрянь идет. Ай. Ай, блин. Куда ты меня откинула? Тут... Ага, блядь. Тут попал. Не, с медиком, конечно, классно, но за медика не так весело играть, как за подрывника. Куда ты, блядь? Сука, съебал. Ёбаный крючок. Ай. Она ещё... Это нажива была, и ты... Там у трутни прям чуть-чуть хп осталось. Прям ага. Вот на одну плюсочку. А он еще жив, что ли? Курнул, блядь. Уже нет. Ага, ну что, пошли за вентилем. Блин. В этих... узких коридорах все крутятся друг другу попасть бы, точнее не попасть. Да. Ай, ай, ай. Это не я. Тут больно меня в жопу ужалил. Так, предлагаю групповое лечение. Алло, групповуха, лечи меня. Мразь. Доктор. Лечи меня, мразь. Что это? Откуда это? Да это из видео. Вези меня, мразь. А-а-а. Вон бегут, пусть бегут, неуклюже, ксеноморфы. По лужам. На кислотным лужам. По кислотам, да. А, кто здесь? Я же вижу вас, ублюдки, блядь. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда. Азуза решил ко мне лезть. А огневой... Огневая турелька оказалась весьма неплохо. Ой, а меня даже не дрочит. Видимо, вы им больше насолили. Да-да, походу. Особенно Хикс, который просто прет поперек всех. Ай. Блядь. Ты откуда взялся, нахуй? Я просто в шлеме, поэтому. Говорил я тебе маску одевать. Да. А ты что, свою турель забрать можешь? Да. И ты свои, по-моему, тоже можешь. Еще и огненная. Огненная. Да. Так, аптечек здесь нету нигде. А. Прыгают тут всякие, да? Ага. Красноржопые, блядь. Но вы посмотрите.
Посмотрите, какие прикольные виды здесь. Это мы идем по коридору, не только чужих и видим. А тут такой environment. Уже на какой-то термоядерный реактор. Ты реактор, блядь, нас тут пиздят. Ты нахуй тут... Красотами любуешься. Рассматривает он реактор, ему понравился. Ты что, красивый же? Побежали. Тут у нас недовольные. Я тут стою, смотрю, какие-то брызги летят. Момент истины. Так, мне надо перезарядить свою лечилку, поэтому я вас всех вылечу. Давай, лечи. Ставь ее, ставь. Давай, давай. Пускай она меня лечит. Ах, как стало хорошо. Мне надо взять аптечку. О. Кого, кто-то будет сейчас лечиться еще аптечкой? Кого-нибудь вылечить? Да ты ж меня вылечил, вот... Я сейчас подлечусь аптечкой. Вот Рэйвена вылечи. Тогда я тебя вылечу, стой, возьму твою аптечку. Поздно уже, я уже вылечился. Да вот не надо было, да. Потому что когда медик, да. Ему надо использовать аптечки, там чтобы у него перезаряжалка. У него перезаряжалка, ну это... Его... Слушай, она перезарядилась от него тоже, видимо. А, то есть любой когда использовал, точно помню. Да, да, да. Мы тоже выясняли эту все хрень. Отлично. Бля, пацаны, не запускайте игру. Хорошо. Поздно, она уже запущена. А тут ящики взяли? Турельки всякие. Да, я вот тут что-то все забыл, где откуда у нас перли. А, вот отсюда перли. Да, со всех дыр перли. Ай, блин. Надо поставить турель в каком-нибудь неожиданном месте. Чтобы ксеноморфы удивились. А, такой, опа, да? Ну. Блин, где я раньше ставил такие, помню, недоступные места? О, у меня неплохо, неплохой обзор получился. Ах, да. Так, ну ладно, пока. Сейчас у меня дверь, наверное, закрыта сейчас. Открою. Я, блядь, чуть не охуел. Я думал, кухню привезли, блядь. Один момент. Потому что я как бы кухню жду... 23-го, блядь. Переставь, пожалуйста, поливалку. А тут хуяк с доставкой. Ну чего, блядь? Какая еще нахуй доставка, блядь? Че доставили? Простите. Ты? Я говорю, я кухню жду. Доставку. 23-го числа. Мне сейчас говорят, доставка приехала. Какая нахуй доставка? Сегодня только 21-е, блядь. Ага. Понятно. А это... Дочери там привезли всякую хуйню в школу. Ага. Только интересно, почему просто доставка, блядь. Ладно, ну чё, начинаем? Давай, да. Получать пизды так с музыкой. Сейчас музыку включу. Шучу, давай, запускай. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вы как эту хуйню увидите, бегающую, блядь. Да-да-да. Я сейчас просто специально даже ничего тратить не буду, блядь. Блин, турельку сломали. Варвары, да? Где вообще ужас. А мне похуй, я достижение получил. Тоже неплохо. Че за ачивка?
А, не знаю, я что-то не посмотрел, там что-то 50 убийств кого-то там. Ага. Некогда, война же идет. Еще ачивки читать. Вот война закончится, да? Ну, прям там вот как-то так оригинальное расположение ачивок. То есть не ачивок этих, а турелек. Тут в данный момент мы защищаем турели. Это да. Так, она говорит смотреть в дырку. Да, а сзади? Одна турель. Сзади, да. О! А, прёт, сука, где он, блядь? Вот он. Ай. Пацаны, я прикрываю. О! Ай. Я на КД. На чем ты? Перезарядка. На каждый день. Кулдаун, да? Я помню. Да, да, да. В очередь, сукин, иди. А. О, еще один! Лифт, блядь! Лифт нахер! Лифт бэк! Педики сбежали! Есть! Смотрите, не пропал без вести. Секретный контейнер не найден. Да, кстати, причем мы в каждую дыру, по-моему, залазили, блядь. Да, вроде нет. Выпил? Поставь на полочку. Ага. Гуд. Но, блин, нет. Здесь всего 66 убийств. Вот что значит играть за медика. Ну, Рейвен там просто всех разрейвенил. Так, а как... Лёха. Глаз. Глаз? Это надо на базу. Или когда продолжаем кампанию, там перед тем, как готов нажимать, там будет это, выбрать. Понял. Над кнопкой готов. Чё, вы хотите продолжить? А сколько времени вообще? Два часа. Три часа, да. Спать? Ну, давайте в следующий раз. Не жмет. Давай. Ну давай, ладно. Давай. Окейушки, ладно. Еще накатку меня хватит. Накатку. Подожди, а где обещанный выбор экипировки? А, так мы же не выходили в ангар. Да. Вот, я что, опять за медика буду, а? Да, нормально. Так, А у тебя неплохо получается. Ну да, да, 66 убийств, когда у других по 200, по 300. Ты берешь другим. Писька чесалкой, да? Да! Пока ты чешешь наши яйца, мы ебашим ксеноморфов. Ага, я сюда сказать, запомни, ты, блядь, ебучий обслуживающий персонал. Эй, бля. А босс? Вообще-то медик — это благородная профессия. Не здесь. Вылазили, блядь.
Чё, Кирилл, чё, некогда мне, видишь, у папы война, блядь. Я тут единственный из вас настоящий. Быстрее, быстрее, еще быстрее. Морпех. Кто ты? Морпех. Настоящий. Я с еще дробью сбил. Ой-ой-ой. Это классическая штурмовая винтовка, не всякие ваши там модные костюмчики. А я вам лишь не похуй. Я просто подкачался и сделал себе пластическую операцию. По смене пола, блядь. Ой, блядь, сейчас сразу отбиваться, но... А, ну да, это место. Киль меня, писька чесалка. Что? А, ладно, я понял. А не буду. Ну и ладно. Да. Мне интересно, она вибрирует? Да. Она еще и что-то вкачивает. Я, да, я вижу, как она вкачивает. У меня аж очко светится, посмотри. Да, вижу. Аж палка-чесалка засветилась. Блин, турелей нет с собой, ни хрена нет. Как мы собрались вообще на эту, да? А зачем? Пока не надо, это не главная битва. Вот будет главная битва, тогда и поставите турель. А здесь, кстати, она, по-моему, полегче будет. Насколько я помню. Так. Полин, убавь! Че, что за херня? Стоять. Он, видишь, он тебя погладил. Ух ты ж. Тихо, не болей. У собачки заболел, у кошечки заболел, да не боли. Сука. Какая-то экспериментальная терапия, да? Народная, ты не понимаешь. Свинцом, да. Плюются, заразы. Левсай. А вот они идут. Ты не пройдешь, сука, плевун ебаный, блядь. От турели вообще толку нет. Да не, нормально. На нее в первую очередь агрится. Ай, блин. О, о. Справа тоже пошли. Кирилл, подожди. Размером моего ствола. Чё? Ладно, я подлечусь и заберу. Все равно мы сюда не возвращаемся, правильно? Пошли. А тебя можно забрать, не тебя. Тебя уже нельзя забрать. Рейвен, куда ты убегаешь? Тем более не леченый.
Ты за точку. Подожди, подожди, не убегай, я хотел тебе вставить писька-чесалку. О, да, вставляй. Меняй ее. Кстати, вы больные и не лечитесь. Чего? Смотри, как поставил-то. Хватит играть в свои гомоэротические. Даже двигаться не пришлось, чтобы поближе подойти. Блять, отбиваться надо. Это логично, столько взрывных бочек стоит. Неспроста в узком коридоре. Слева, слева, слева. Ни хрена непонятно, но очень интересно, сука. Блять, охотник! Да ёбаный свет. Чё такое? На меня плюнули. Весь обрызганный, абсолютно весь, да? Да? Я тебе пока подлечу. Блин, промахнулся чуть-чуть. Нормально, нормально, я сейчас встану, подожди. Ух ты, пидорас! Сверху? Пидорас! 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 Спать нахуй. Я никак не могу найти ебучий, блядский, сука, секретный ящик. А-а-а, сзади. На потолке. Хикс, не бегай поперек пушки, а то может быть больно. А тебе нравится боль? И свинцовые припарки? Да. Это мой протест против разработчиков этой игры за то, что нету возможности в игре присесть. Найди вон клапан, тебе говорят. Какой нахрен клапан? А, понял. Ну тут есть фейки. Как я понял. Ага. И только один из трех, типа, который нам нужен. Ай, сзади. Ай, блин, суки. Готовы? Я вставил. Нет. Ну, вставил, прокручивай. Кручу, бля. Watch your ass. Да. Девушка намекает. Блять. Копчик чесалка. Вовремя, да, бонус применил? Ага. Че, все? А вон еще этот. Да почему на меня, блядь? Ну, ты его отвлек, а мы его разделали. Hey,
ты погладил мой ствол. Ага. Че, аптечечка? Нет, никому не нужно. Нормально, все, пойдем. Так, мы же уходим отсюда, да? Да. Yeah. Ты хочешь шоу? Хотя подключить нельзя. А может. Ответку нет, ты не получишь. Иди забирай. Что ты там это самое дружеские перестрелки устраиваешь? А чё они меня играть с собой не зовут? Эй. Так, как откуда кто идет? Отовсюду, нахуй. Право сзади. Эй. Да заебали, блядь! Этот взрыватель был. Мало боеприпасов, нахуй. Ты что, их кушаешь, что ли? Бля, ты знаешь, сколько эта хуйня жрет, бля? Это пиздец. У меня машина жрет меньше. Эй. Эх, знал бы, сколько у меня машины жрет. Блин, стоп. А, не, нормально. Какая-то прочная турелька у меня. Ай. Нига, I don't know. I reset the access code to the server. Нига? Нига. Какая книга? Нига. Так, разблокируй дверь серверную. Давай! А вон ящик с патронами. О, я помню это место. Это хорошее место такое. Вообще лютое. Да. Доставить турель. Тоже вспомнил. Вон уже ебашит, блядь. Ален. Да что ж вы мне в жопу-то стреляете? Что ты бегаешь поперек? Не держишь угол обстрела. У меня автоматически наводится. Ты хикс. Че, мешаюсь? Ну, я стреляю, ты прямо это самое, головой под пулю лезешь. А где? Так, нормально? Ну вот сейчас тоже. Че прыгаешь тут, блин? Че вы прыгаете? Ладно, ладно, все. Не будем страдать ерундой. Прикрывайте меня, патроны кончились. Прикройте меня. А это самое. Я подхожу. Одеялка тебе принести? Да. Пледик. Крутень. Блять, у меня перезарядка, сука. Эй, блин. Даю, блять. Сука, съебал. Меня пару раз конченый мракобес. Да. А никто ящик не ищет секретный? Да приблизительно знаем, я где ищу. Он. Иногда. Иногда здесь стоял, да, помнится. Что там за Хикс? Ты где застрял? В каких-то местах? Я тут ящик ищу.
Да, просто потом до нас бежать будет трудно. Если что. Вот как мне сейчас. Я что-то приустал. Да вы заебали, блядь. Какой у тебя мощный всплеск. Импульсивности. Как к вам попасть, а? Элла. У меня слишком долгое было воздержание. Блять. Да вроде женатый человек. Мне опять патроны нужны, блядь. Ладно, ну. Похуй, пошли, блядь. Ай. А тухи подгони на днюху черный пистолет. Эй, черный пистолет. Чё за... Чё, всё, что ли? Походу мы уже, да, под конец подошли. Эй! Нормальницы. Не ссы, да. Ну, кстати, тоже что-то знакомое место очень. Да вот это последняя точка. Да. Сейчас начнется, ебать. Со всех щелей, блядь. Ты хули... Маркобес. Маркобес, где, да. Где яйца-чесалка? Она пустая, надо подлечиться. А, давай, Лева. Давай. Я имею на аптечками. А, нет, подожди, Рейвен, ты у нас самый. А, блин. А. Ну чё, да, она пустая все равно. Хиггс, чё ты? А, вот теперь лучше. Всё. Почему ты, Хиггс, дрочишь, а нас не зовёшь? Ах ты. Потому что я не привык делать это в компании. Готовы? Турели поставили? Да, да. Сейчас. Я еще мины раскидал. Есть у кого табличка Achtung Minens? Минен. Минен, да. Минетон? Думаешь, сейчас опять в конце отсосем? Ну, если не подготовимся, то есть такие вероятности. Тут же это Моника придет. Моника. Ага. Я ее рот топтал, бля. Ебучий дрон, блядь. Иди нахуй. Что ты такой категоричный? Нет. Да потому что он долбоёб. Ебашь ты липузиков. Это рука. Ай. Отъебали отсюда. Это наша земля, да? Это наша заправка, вы чё беспределите, а? Да. Вы здесь чужие. Как символично, блядь. Чужие. Вообще, кстати, не знаю, почему, блядь, перевели как чужие, если Элен это типа пришельцы, блядь. Нет, но Элен это чужой. Гайдин. А Дима гений. О, Моника. Блядь, не вовремя. Вообще не вовремя. Да ну на меня-то за что, блядь? За всплеск? За что, за что? Все, что ли?
А ты ее, вы ее убили? Или она свалилась? Вот, вот я и не понял. Ну, видимо, нет. Да, походу нет. Походу еще все только продолжается. Ну, у нее там вообще Deathl вроде оставался. Но жопа заключается в другом. А, нет, я перезарядился. А вот она. Ебаш, ага. Ебаш, ебаш. Ай, блин, патроны, патроны. Это Белучи. А вот она идет. Да почему опять меня? Ну ты такой красивый. Просто у меня большой. Да. По-моему, мы ее ебнули. Нет, не ёбну. Вон она идет. Красавица. Хотя. А вот теперь все. Я сделал ей прям камфорт. На. Finally. А, блять, урод, сука. Ты кто? А, этот? А, так, вы меня в спину, извините. Ну чё, последнее? В серии. Еще раз? Ну, следующая карта, ты имеешь в виду? Да. Последняя в этой отсеке. Ну, давай. Можно, я выйду в меню, ладно, это... Не-не-не-не, нельзя, нельзя, нельзя. Почему? Ну, ты хорошо... У тебя же стрим за медика. Я думаю, я стрим не за медика. Все, я выхожу. Не надо, не надо. Давай, как есть, так и пошли, пошли. Как выйти отсюда, Никак. Никак, давай, поехали дальше. Я хочу пострелять кем-нибудь взрывоопасным. Взрывоопасным. Я просто стрим медика. Стрим медика. Да, 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 ну. Я техник, он стреляет, ты лечишь. Все просто, как бы, чё? А, ты доктор из этого, из Brothers. Зажигательная турель. Так. Чё ты там делаешь? Всё. Дрочит. А как мне к вам присоединиться? Ах ты ж... А зачем ты отсоединился? А нельзя присоединиться, пишет. Ну да, зачем ты отсоединился? Шлюха! Ах ты шлюх! Ладно, давайте отсоединимся. Подожди, 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 подожди. Может, дойдет. Все. Можешь, нет? Вроде иду. А, нет, нельзя. Не могу. Бля. Взял все испортил, да, вам? Во-во-во. Ну, говорят же... Обосрал по полной программе, блядь. Ну зато сейчас снаряжение возьмите с собой. Да блин. Зачем ты так делаешь? Меня же Мага зовут. Вы были удалены из группы, отлично. Кому присоединяться вообще? А мне как удалиться из своей же группы? Я вас всех удалил. Ах ты с... Из друзей, да? Вот так вот, блядь, понятно. Где тут удалить из друзей? Вот оно, блядь, вот как друзья познаются в биде, блядь. Да. Хорошо так шло, а ты, блин. Эх. Ты вот сейчас, ты вот сбил все просто. Вот да, реально вот всё. Так. Ну все, обоссал. Я сейчас оружие поменяю, потому что у меня... Чё ты там? Сейчас, если мы проиграем, виноват буду я, да? Конечно. Да блин. Я исчезну. Фокус. Ах. Я тебя вижу, блин. Не сработало. Что там новое мне дали? Нихуя не понятно.
Сила единственная. Ничего не давали. Кросс-платформенная. Чё? Так, ладно, все. Нехер тут. Компании, главный приоритет спасение. Сложная жара. Сейчас дайте ко мне одну вещь проверить, и я вернусь. I'm a Terminator. I'm back. Ой, да не бейся уже, Сара Коннор. Кирилл, спасибо, что переставил. Он поливал? Ладно, ладно, все. Так, товарищи. Мы одно целое. Что случилось? Как этого звали из Mortal Kombat? Горо. Я забыл. Ну что там, Рейвен, ты готов? Я пионер, мне похуй. Да. Lieutenant Coe will bring our dropship into one of the refinery hangars. Маска, хуйня, хуяска, нихуя ничего нету, да. Сейчас у нас два жирных и один техник. Блин, с медиком-то хорошо было. Хикс, это твое. Вечно медиком играет, а потом в филде я медик. Ну видишь. Все так, все это твое. Не надо отказываться. Прокачивай медика. Говорила мне мама в детстве. Вот, пиздуй в медицинский, блядь. Да. А я еще космонавтом хочу стать. Долетался или ты пиздел? Долетался. Сейчас бы сидел в своем кабинете и радовался, что у тебя очередь из старушек. Ты такой нажимаешь просто на кнопочку. Наташенька, сделайте мне минет, блядь. Охуйте, не пососает, да? Хоникер. Себе был медик. Здесь нету ящика. О, смотрите, какая мы... А если бы ты был медиком, у тебя был бы болт больше, чем у меня. Смотри, какая штука, а? Мы вот на высшем, на уровне выше ходили, а здесь на уровне ниже. И в какую-то радиоактивную хрень, скорее всего. Че? Блин, на самом деле очень бесит, что меняется угол обзора. А ты на Shift не нажимай. Ну вот, а ты... Тяжело избавиться от этой привычки, знаешь? Ну вот я придрочился, кстати, в этой игре именно. Типа, shift нахуй. Что такое shift, я не знаю, блядь. А, кстати, да. Слева. Ай. Лево. Справа. Бля. От меня было справа. Я два выстрела и все в тебя. Тебе понравилась моя попка? Посмотри на нее. Смотри. Неуправляемые такие моменты. Спокойно, дам, я его держу. Какой-то сексуальной задницы. Ты, конечно, она у тебя будет неуправляемая. Так, а куда здесь? А, вниз. Она сама наводится на тебя.
Блять, дред. Беги ты сзади от меня, а? Ладно, иди вперед. Он покушается, блять, на мою жопу. Кто? Это ты собак. Эль пута ди мадре. Собрались испанцы, блядь. Испанцы! Пендехо! Испанцы! О, испаньола! Хола! Ай! Так, пистолетики. Вот, поменяли оружие, конечно. Я бы не сказал, что стало лучше. А я ничего не менял, а мне похуй, а я в танке. Бля-дам. Нам просто дробовик задрочился до полного 4 звезд. Блять! Патроном пизда. Что там у тебя? У меня мясо! Мясо. Да, я вижу. Ты же говорил, что у ксеноморфов нету мяса. Только кислота. Так. Я каменщик. Череп. Так. Гори, сука! Я извиняюсь, за твои эмоции. Металлолом. Ай, блин. Какая-то дрянь меня тут. Ай! Черт. Ты чё, карта R7B3? Ай, патронов нету. R7E1, бля. Ага. Тут где-то здоровые, как их, Валера и Виталий должны стоять. Вот эта штука стоит, бля. Пистолета пизды получил нахуй. А ты уже там вдалеке что ли стоишь? Конечно. А я тебя тут ищу, думаю, где ты? Да, я мы... пизды получаю тут за всю хуйню, блядь. За себя и за Сашку, да? Я не знаю, кто такой Сашка, но мне нравится. Ай! Давай, блядь! В спину не стрелять в этом узком коридоре. Ай! Иди! Кирилл, чё пристал? Баба там. Баба. Блин, я с обычного пистолета всех мочу. Так вот и я бегал тоже с пистолетом. Я что-то перепутал, просто у меня одно оружие такое мощный пистолет, а второе... Братуги, подгони, на днюху черный пистолет. Да-да. Так, ну чё? А птички? Ничего, подожди. Я не готова. Чё мне дали? Хуйню мне дали, блядь. Зажигательные патроны. А, я такой зажигательный. Давай, запускай, похуй. Нет турели, нету проблем. Да-да. Нет турели, ты много. Я на работу буду поздно вечером. Нахуй оно тебе надо? О! Девчонки! Пойдемте в баню. Так я мини ставлю. Кама. Огнемет прикольный, но, блин, он весь свет.
всю видимость загораживает. Да. При этом не только тебе. Прошел Atomic Heart, кстати. Не, еще там концовки иду, но еще нет. Но мне сегодня выстрельнуло это. Близняшки. Я так понял, ты уже там прям очень-очень близко к концу. Ну, то, что там 15-я часть, не. 16-я, по-моему. У меня уже там 19-я лежит. Какая больше, левая или правая? И я еще там, мне кажется, еще часов на 5. То, что это одна девушка, она мне нравится один. Но на разных фабриках по-разному делают, по-моему. Ты, блядь, купил две палочки твиксов, что ли? А ты разве не на пару палочек ее пригласить хотел? На троечку, почему на парочку-то? Фух. Вроде хорошо идет. А вот дред, видать, уже кончил, блядь. И закурил. Хорошо идет. Видимо, у него с Atomic Heart был хороший воспоминание. А вы уже ушли, да? Я тут опять стою, жду. Да, что здесь? Да ты заебал. Кто где? А я в пизде. Ну вот почти. Пошел нахуй. Уебище. А как вы вдвоем его на пару уделали? Все-таки у нас тут Улан Удэ. Улан Удэ, я там служил, блядь. А, якорный бабай. Там тоже служил? Да, в основном бару. Класс. Опытный чувак. А почему ты думаешь, у меня ствол такой длинный? Такое, почему я никого не вижу, бля? Потому что все горят в огне святого Прометиума. Спиннер. Сгорите, еретики! Так, а патронов здесь нету, да, у нас? Ну, пока здесь нету. Нет, следующий, по-моему, в комнате будет. Это прямо... Сейчас еще отбиваться придется. Ты прям уже все выучил? Да я ее прошел почти залпом, можно сказать. Да, я тоже как бы, только уже да, время прошло. Так, тебе бы надо подлечить. Ага, после плевунов, пожалуйста. А как? Красиво, как будто дверь расколола нахрен всех. Не, я сам подлечусь уже. Рейвен, давай-ка стоять. Ты чё, у меня есть аптечка, блядь. Неважно. Мне плюс карма. Мы в этой игре любим лечить друг друга. Да-да-да-да. Плюс один к карме, что ли? Да-да-да. О, патроны. Оксидоморф. Куда ты там забежал? Я на КД, блядь! Их, сука, беги нахуй! Да дайте патроны взять!
это ублюдок, я тебя вижу. А вон Болевун. Двигайтесь. Пошла ты нахуй, без патрона не пойду. Та же фигня. Двигайтесь, блять, опытная команда. Вон, ебать. Подвигались нахуй. На дискотеку пришли, блять. Где ебаный секретный ящик? Ой, ой, ой. Да вы чё, тараканы, блядь. Это помнится в ВВП 2010-м была миссия, где дискотека была, и на тебя нападали эти чужие, типа первая встреча. Ой-ой. Нет, не ой-ой, ладно. Да. А ещё один. Не открывается, блядь. Да не открывается. Ничего не открывается. Да что ж вы, блядь, лезете тут? Сидите дома, нахуй. Вы кто такие? Я вас не знаю. Идите нахуй. Идите нахер. Тук-тук, кто там? Свои. В такую погоду свои только дома сидят. Нет, как там? Оружие на тебя навелось. А чужие по улицам шастают. Ай. Так, кому-то надо полечиться, мне кажется. It's a magic, magic. Ай, сзади. А, это кто там? А, сзади. А. Патроны. О, патрон. А, ящик, ёпты. Ёпта, ящик. Он не спит еще. О, радостное лицо. Так, отвали от меня. У меня уже нету почти здоровья на вас. Подлечите меня, что ли? Если есть кому. Было бы чем. А, ну да, ладно. Да, вот такая же херня. Ну ладно. У меня еще и патронов нет. Дробаш остался. Сейчас я вам фокус покажу. Опа! Я, короче, напролёт. А, я вижу. А. Так, ладно, мы тоже напролом. Ой, ё-моё, на месте, точно. Я помню эту миссию. Да. Вот здесь мы можем отсосать точно. Да. В соседнем ангаре. Уэйленд Ютани Синтс brought local animals up to replenish the hive. Then eggs back down for experiments. I have no link to Pryfly. I can't run the launch sequence by remote. Sure, Party, you'll prep the hangar. Надо еще ангар, блять. Идеальное начало, да? У нас здоровье у всех. Хорошее все. Практически. Ну. Кто будет бегать по точкам? Они все? Или так не работает? Они там по очереди будут. Ну, давай я побегаю.
Ах, красота. У меня потому что взрыв пакета есть с собой, я могу им пользоваться. Ну, на тебя нападет на какая-нибудь сволочь, и все. И никуда ты уже не побежишь. Ой, так, спасите, да, пожалуйста. Взрыв пакет сразу использую. Я вот хер знаю, сейчас хилиться, блять, или потом. Ну, потом может быть поздно. Не, сейчас-то мы волну отобьем. Слушай, а ну, сколько смертей? Две, по-моему, точки. Две смерти и все. Почему нет? Три. В прошлый раз, по-моему, меня два раза убили, и я уже закончил игру. Ну, сейчас тебя точно два раза убьют, ты один раз уже упал. Да ладно, он уже падал? Да. Да. Тогда, может, Димана, у него, блядь, больше всех сейчас хп. Ага. Потому что я подлечился? Поставить, да. Ну, у меня еще аптечка есть. Так, ну все, я... Это самое, без... Ладно, похуй, давай, врубай. Да будет рок-н-ролл в этой дыре, блядь. Типа того. Rock it on. Мы тут уже обвешались турелями. По самое не хочу. Да, их все равно мало будет, блядь. Пену надо, пену. Да-да-да. И мины. И биотрекер. Да. Не, ну биотрекер у нас уже встроен. Жопой чую, будет лажа. Да ладно. Давайте, я пока крою, короче, центр, правый центр и право. Правый центр и право? Хорошо. Я буду крыть сзади за самолетом, можно? Ну чё там, ничего нам не надо запускать? Пока еще нет. Пока нет. Пока нет. Какая жирная сволочь. Как это? Если будете чувствовать то, что пиздец, мне скажите, я эффект запущу. Спецэффект. Я тоже фокус, если что, покажу. А хули этот придурок с тобой прижал? Понятно. Он просто побежал. Не обращай внимания. Бьет, сука, бьет, бьет, бьет. Ай. Значит, любит. Да-да-да-да. Так, я не туда мочу. Блять, это только первое, а их, по-моему, три, но. А, блин. Ещё выйти надо. Ты побежишь. Ну а чё? Пусть бегут неуклюже. Ай-яй-яй. Да ладно. Ебать, а прикиньте, это на самой последней сложности. Ну это надо все прокачать и четко понимать. У нас, если что, справа осталась одна турель. Ой. Это надо звать. Вон идет, идет, идет. О, он прям на турели пошел, хорошо. Хорошо пошло. Еще один. А еще один? А я на КД, блядь. Ай. Ай.
Сейчас я фокус покажу. Смотри, опа. Да ты красавчик. У меня патроны кончились, а? Ай. Так, 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 так. Еще одна точка. Блять, на самый верх. Да ты пойдешь, да? Ах. Да ё-моё, опять я по тебе стрельнул, а? Беги, 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 беги. Да тут... Беги, беги, я прикрою. Да, да, понял. Я понял. Бегут неуклюже пешеходы, сука, по лужам. Эй, я побежал, извините. Он идет вот один. Теперь очень быстро, блядь. Кораблю, 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 все, кораблю. Отход. Да-да-да-да. А я застрял. Так, все, бегу, 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 бегу. Мимо меня ксеноморф солдат. Все дела. Да, сука, мы сделали это. Хух. Попал без вести. Потненькие ладошечки. Арматура сервоприводом. Что это за... О? О, я уже шестой улан, блядь. А я четвертый техник. И у меня теперь... У меня и медведь, и смартган. По 4 звезды. Угу. У меня только импульс, наверное, на 4 звезды, а вот эта пушка только на 2. Хикс, да ты прямо это самая пострадавшая от дружественного огня. А чё он лезет, блядь? Да, поперёк. Это еще с тем учетом то, что в прицеле мой ствол не стреляет по своим. Угу. Он только на ксенов сводится. Да ладно, знаем мы как... По своим он не стреляет. Не, если не прицеливаешься, да, он хуярит. А когда ты в прицеле стреляешь, то на тебя сколько сводись, он все равно по тебе не будет стрелять. Сначала ты ходишь, говоришь, у меня большой ствол. Я уже забрал все. Она не видела. Давай, Хикс, принимай решение. Пойдем на базу. На базу? Да, вот сейчас точно надо возвращаться. Эндевер. Ну, приблизительно получается где-то 20-30 минут на миссию. Да. Довольно так... Свеженько. Ну, то есть не свеженько, в смысле... хорошо с точки зрения расчета времени, там сколько тебе нужно. О, ладно, да. Давайте заканчивать. Спасибо за игру. Да. Всем тоже спасибо, да, с удовольствием поиграл. Вечером что, будем встречаться или как? Ну давай по настроению, если ты сможешь, то давай. Ну если будешь, захочешь. Да, тоже. Давайте, ребят, спасибо за игру. Да, давайте. Все, да, тебе тоже спасибо. Все, будем прощаться всем, кто смотрел. Ага. Большое спасибо. Да, вот. Всем пока. Спасибо. Всем спасибо. Да. Приходите еще. Ладно. Спасибо. Ладно, все, да. Давай тогда. До связи. Увидимся вечером, если что. Да.